а самое выгодное предложение только сегодняшнего дня – это наша подушка-сидушка. Универсальное предложение, которое именно сейчас, в летний период, вам пригодится и на даче, и в автомобиле, и на курорте, и в санатории, и в кроватке, и на стульчике, и на диванчике, хоть где. Прикладывать можно к любому абсолютно месту. Восстанавливает кровоток и улучшает циркуляцию крови. Только сегодня в тотальную ликвидацию у нас снижена цена. Посмотрите на эфир от 9 мая. Цена была 2 999, сейчас цена 2 499, на 500 рублей. Ваша выгода, поэтому успевайте, приобретайте сегодня по лучшей цене. Ну и рассказывает об этом уникальном изделии, о микросферах, о этих действительно потрясающих изделиях женщина, которая всю жизнь положила на то, чтобы рассказать нам, что такое микросферы. Светлана Крисько, психотерапевт, психовизиолог, уже 15 лет находится с микросферами, 4 высших образования, дипломированный специалист, любимый народный эксперт нашего телеканала, ваш любимый эксперт, который неразлучно с микросферами везде и всем его рекомендует. Светлана, добрый день. Расскажите, что такое микросферы? Микросферы – очень простой механизм, можно сказать, аппарат, потому что воздействует так, как изобретенное что-то человечеством. Получилось это случайно, говорят, легенда об этом говорит так, что при взрыве пылевой шпат превращается в такие шарики, и они почему-то пустые внутри. И разного диаметра. Взрыв, кстати, естественный очень процесс, и поэтому шарики имеют пропорции золотого сечения, что делает добавочное гармонизирующее действие. Сейчас скажу о нем. Так вот, вот эти шарики разного диаметра, они очень маленькие, они почти наночастицы, еще не наночастицы, но почти, от 15 до 200 нанометров. Так вот, эти шарики от того, что пустые внутри, отражают наше собственное излучение. И это излучение, каким входит в этот шарик, точно таким же выходит. И образуются стоячие волны. А золотое сечение, чем полезно для нас? Мы с вами жидкость. В основном состоим из такой жидкой среды. Так вот, жидкая среда считывает информацию пропорции золотого сечения этих шариков. Почему они имеют пропорции золотого сечения? Да потому что взрыв вот этого пылевого шпата, этого стекла, превращение в очаг, естественный процесс. А все в природе, что происходит естественно, всегда образует пропорции золотого сечения. И наш организм очень любит эти пропорции. Он любит их в виде пропорций комнаты, дома, в виде картины, пропорций ширины, высоты, длины чего-то. Так вот, эти пропорции, если человеческое тело считывает, оно радуется, гармонизируется. И когда вы микросферы прикладываете, то вот эти пропорции золотого сечения делают следующее. У вас начинает работать нормально все жидкие среды, и самое главное, вода, она очень хорошо усваивается. Если вы пьете воду, поставленную на эти микросферы, это подобно пользованию этими микросферами. Если вы будете с собой носить бутылочку, которая постояла на микросферах, то она сохранит вам силы, здоровье, вас будет энергия бить ключом весь день. И была такая история с моим знакомым в Молдавии, который рассказал, что к нему пришла его родственница, и он ей просто дал попить стаканчик водички. Она ушла, а потом она говорит: «Что ты мне дал попить?» А он говорит: «А что такое?» «Да я же на пятый этаж еле взбираюсь, а это я с двумя сумками взлетела». И думаю, а как это я взлетела на пятый этаж и не заметила? И она начала к нему ходить и пить эту воду, а потом уже брать бутылку, чтобы он ее заряжал. И говорит, что это продолжается состояние. И этот звонок мне
помог понять, что действительно выпивать воду – это все равно, что даже вы лежите на этих изделиях. А представьте, какой будет польза, если вы лежите, тем более подушка, сидушка, смотрите, она у нас на 36, на 45 сантиметров, то есть она обширная, вы на нее можете лежать, вы на ней можете сидеть, подкладывать под голову, подкладывать под животик, под спинку, то есть под любую часть тела, главное, успейте дозвониться. Сегодня у нас дополнительное снижение цены, и только представьте, более 4 миллионов наших счастливых телезрителей, которые стали счастливыми обладателями Арт-Трейда. 37 стран мира. И только сегодня вы получаете еще дополнительно подушку в подарок за ваш отзыв в прямом эфире. Поэтому звоните. Вот он патент. То есть это запатентованная технология, кстати, которая была засекречена. То есть пользовались микросперами только Минобороны и военные. Пожарники пользовались. А сейчас гриф секретности снят. В 70-е годы его сняли. И мы можем тоже пользоваться этими микросферами. Почему было засекречено? И кому вы рекомендуете, Светлана? Засекречено, скорее всего, было, потому что эти микросферы, их свыше 200 видов. И определенный вид микросфер, тоже пустые внутри, также шарики. Ко мне пришла в офис одна женщина и рассказывала, что она в Москве работает на каком-то предприятии, где детали для самолетов военных покрывают вот этими микросферами с какой-то жидкостью. Да. И тогда самолет не виден для радаров. И подводная лодка тоже использует такое, когда хотят создать, в общем, так, чтобы их не заметили, где они там плывут или где они летят. Вот. И я должна сказать, что вот в этой шапке очень важно, что в ней микросферы вы можете достать. Да. То есть посмотрите, здесь вот такой вот кругляшочек, это вот наша салфетка 18-сантиметровая. Да. И здесь еще вставлена вот такая вот прямоугольная, как в ободке. То есть фактически вы покупаете шапочку, которую, в принципе, можете носить и без микросфер. Но чем это уникально, то, что у вас микросферы? Во-первых, мы только что говорили, что микросферы, они дают возможность быть энергичным весь день. Так вот, когда вы ходите в этой шапочке, представьте, ваш мозг полностью экранирован, он защищен от воздействия каких-либо 5G или еще чего-то, что да. у нас находится. Во-вторых, солнце светит, оно попадает в эти микросферы и отражается. То есть, таким образом, жара... Не, абсолютно не смысл. Да, мало звоните, того, что вы прикрываете ткани, дозвониться. А смотрите, еще лучшие цены тотальной ликвидации. За каждый ваш отзыв в прямом эфире, за самый яркий, вы получаете дополнительную подушку, которая стоит отдельно 12 000 рублей. Успевайте, ведь это самое выгодное предложение сегодняшнего дня.